Уважаемые товарищи, Государственная комиссия единого времени и эталонных частот СССР извещает, что 25 марта начинается период действия летнего времени в 1990 году. В связи с этим в 2 часа 25 марта 1990 года стрелки часов на всей территории Советского Союза переводятся на 1 час вперед. А сейчас мы продолжаем наш телевизионный вечер и приглашаем вас на передачу «Это было, было». Мы включили ее в программу к 95-летию со дня рождения Леонида Осиповича Утесова.